Добрый вечер, друзья. В общем, история такая. У нас машинка, и мы решили выйти из дома, отнести все бабушке, свекрови. И что вы себе думаете? В общем... еда. Но здесь очень классный интерьер, очень. Ну, не только потому, что Новый год, оно компактное, видите, детская комната игровая. Вид на город. Вот. И очень классно все наряжено, сейчас покажу. Покажу, где сын сидит. Есть для детей футбол, есть игровая для малышей с шариками. Молочка. Всем хорошего дня. Я не включила. Хорошего вечера. У нас сегодня суматошный день, который настолько приятно заканчивается сегодня по-вечернему. Ну, заканчивается приятно. Ну, вот. Все разрешилось, перелома у сына нет. Протянула, сейчас растерла ее. В общем, не может шевелить рукой. Тоже забрала из школы, учительница позвонила. Ну и поломалась машинка на сегодня. Скорее всего, будем покупать новую, потому что так и не... Далеко идти. И места я здесь никогда не была. И новогодняя такая мишура. В общем, все классно. Спасибо вам, что подписываетесь, смотрите меня.